Всем привет! Сын продюсера Барри Алибасова сделал громкое заявление. Он настаивает на разводе своего 74-летнего отца с 82-летней актрисой Лидией Федосеевой Шукшиной. «Моя позиция не изменилась. Им надо разводиться. Шукшина-старшая находится в данный момент под опекой своей дочери Ольги, и та будет получать от нее все наследство. Если с папой случится что-то раньше, чем с Лидой, то четверть отцовского наследства уйдет именно Ольге, которую папа терпеть не может и просто ненавидит. Вот такая странная ситуация. Как отметил Алибасов-младший, отец не хочет, чтобы его недвижимость досталась врагу, то есть Ольге. Ему надо либо ограждать от себя Шукшиных и подать на развод, либо забить на это все и жить дальше. Это будет его непосредственное решение. Он сейчас в хорошем состоянии с точки зрения памяти, поэтому сам все решит в ближайшее время, заметил сын продюсера. Напомним, что Алибасов и Федосеева Шукшина сыграли свадьбу в ноябре 2018 года. За последнее время продюсер уже несколько раз порывался развестись, но пока своего слова не сдержал. Он отмечал, что по-прежнему любит актрису. Отметим, что накануне 74-летний Барри Каримович выложил тревожное видео с громким названием «Срочное послание родине». В кадре он позировал вместе с маленькой собачкой и футболке, где расписаны его человеческие качества. Продюсер, улыбаясь, поприветствовал юзеров и произнес речь. «Эй, вы куда все пропали? Думаете, если я себе ногу тут переломал, то у меня башка отвалилась, что ли? Я жив-здоров. У меня все целое. Пожалуйста, не теряйтесь. Давайте-ка возвращайтесь». Громко заорал продюсер. Сказать, что громкоголосый шоумен напугал пользователей, ничего не сказать. Впрочем, некоторые обрадовались, что Барри Каримович появился в сети. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, комментируйте. Всем пока!